Дорогие друзья, я, Винокентий Самогонкин, и мой товарищ Пес Максим представляем вашему вниманию короткометражный документально-краеведческо-психоделический фильм «Беларусь 2021 года» в лицах, звуках и образах. Желаем вам приятного просмотра. Посадка завершена. Будьте осторожны. Двери зачиняются. Наступная станция. Я пьяный пассажир. Я выпил самогон. Потом его пивком запил. Зачем-то взял, залез не в свой вагон. Я пьяный пассажир. Автостанция Бешенковичи. Поселок городского типа Витебской в области. Рандеву. Как жизнь? Я буду вообще дырки. Гроши требуются у всех дырок. А зарплата? А зарплата нахуй уменьшается. Мне вчера девки удивились. Я сказала, сколько ты зарабатываешь. Он так мало зарабатывает. А встретиться дали эту лучшая экономист района. Премию Рысполкома. Лучшая шкура района. Апофеоз милитаризма. И причем, что самое забавное, что все эти пушки, танки, дуло направлено в основном в сторону Рейсполкома. Это был такой стёб или что? Я не знаю. Да, я не знаю, как это все воспринимать. То есть вот здание Рейсполкома и туда прям долается. Будем штурмовать. Мне кажется, одной этой зенитки выстрел. Ну да. Ну вот. Привитание. Зараз у белорусским войск дают хорошие гадкие рапиры. Казать «Живе Беларусь» нельзя, а лишь треба казать «Живе и квітнее Беларусь». Мы все готовы змагаться. Максим, ты готов измагаться? Я не готов, по-моему. Нехто утекает, а лишние, которые застаются.
мы дадим отпор усім натовским кукловодам. Всем рыцарям анархоморализма посвящается. Шерлок Холмс встает с постели, он всегда в порядке. Начинает новый день только с перезарядки. Зарядил иглой поленья, Грека покурил. Ну и поскорбили дело, в тот же миг раскрыл. Да, Шерлок Холмс, уникальный мегамозг. Я нахожусь в Витебском фешенебельном подъезде. Здесь все очень шикарно. Кресла стоят прямо на площадке. Такого вы не найдете даже в лучших домах Лондона и Парижа. Здесь водится копилка «Лунтик». Люди живут в белорусской провинции достаточно хорошо, приветственно. И хлебосольно, что самое главное. Я думаю, что кто-то посетит. Там, значит, женский монастырь. Ведьмин Яр. Давай. Это сухое белое вино. Не, ну оно нормально. Просто. 9.13. Ну а, такое, ты... такое, легенькое. Прикольно. Ой, как хорошо. На, согрейся. Будьте осторожны. Двери зачиняются. Наступная станция. Ты был осторожный, уважливый. Ради меня. Станция лифт пассажирский. Бля, гитары нету. Так бы смотал, хочу что-нибудь уебал. Ну что, дорогие друзья, сейчас я нахожусь в городе Минске. В дорогом и любимом городе моего славного кореша Андрея Владимировича, в миру известного как Бутик. Мы пьем наш любимый портвейн «Три семерки» и того же самого желаем и вам.
ним была кафеха «Баруха», класс. Мы однажды там играли. Нас позвали поиграть там на День Святого Патрика. Это одно из немногих мест, где нам заплатили гонорар. Небольшой заплатили. Это немало для Минска. Гонорар был самогоном? В том числе. Они любят самогон. Я не смущаюсь ничего. Я вот такой вот мужик, такой как есть. Я культуров с мыслями о Кока-Коле. Ну, тоже как президент рассуждаешь. Да. Ты давай садись на велосипед и езжай. Короче, ой, бля, там машина. Пас, пас. А, уже безопасно. Все, давай, мы погнали. Пока-пока. На этом месте стояли дамы, а теперь мужики да собаки.